Талибы напали на свадебную процессию из-за звуков музыки. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего новостного канала. Мы рады, что вы с нами. Итак, начнем. По меньшей мере 2 человека погибли в результате стрельбы боевиков Талибана во время свадебной церемонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Отмечается, что талибы атаковали свадебную вечеринку и открыли огонь на поражение после того, как услышали музыку. Вместе с тем в движении «Талибан» подтвердили, что его члены атаковали свадебную вечеринку, заявив при этом, что в результате 2 человека были задержаны. Ранее в Афганистане была запрещена живая музыка на свадьбах. При этом на стол в качестве праздничного угощения можно подавать только рис с гормы и хлебом. Также были установлены жесткие требования в ресторанах и кафе. Теперь женщины и мужчины отныне должны отмечать праздники в отдельных залах. Ситуация в Афганистане обострилась в июне в условиях вывода американских войск. К середине августа на фоне вывода из Афганистана американского воинского контингента талибы захватили все крупные города и погранпереходы. После этого в Афганистане учредили переходное правительство во главе с бывшим министром внутренних дел Ахмадом Джалали. В связи с этим Ашраф Гани сложил с себя полномочия главы государства и покинул республику. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк. Жду ваших комментариев. Спасибо, что вы с нами.